Всем привет! После двух недель проливных дождей и ветреной погоды наконец-то наступил сухой и тёплый денёк. Синоптики обещали после обеда усиление ветра, но в конце октября нужно ловить любой шанс для выезда на рыбалку. Очень тёплая погода в конце октября. Паутина прилипает на всё, что только можно. По лицу и рукам ползают маленькие паучки. Очень мелко, временами глубина доходит до полуметра. Забрасываю воблер с небольшим заглублением.
такое впечатление, что зубастая наглухо закрыла рот. Все боевые воблера и блесна отказывались работать. Пришлось наслаждаться осенними пейзажами. Заодно разведал новые места благодаря высокому уровню воды. После обеда одну щучку все-таки удалось уговорить.